Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот, и мы пошли смотреть все-таки, наконец-то, Кремль Рязанский. Пойдемте с нами. Начало мне уже нравится. Вот, смотрите, мы зашли в эти ворота вот с двух сторон. Вечером уже темно, может быть, плохое качество, но зато видно, как бы горит подсветка. Вот там есть памятник, я не знаю кому. Это... как бы, не знаю, аллея, которая ведет к этому месту. Вот смотрите, здесь деревья все окутаны гирляндами. Здесь памятник. Вот такие фонари светятся, не видно какие. Так, вот смотрите. Время 9 час, 9 часов, наверное, опять. Вот смотрите, здесь такое, не знаю, стела или памятник, как назвать правильно. Это Сергию Радонежскому. Мы сейчас тут фотографировались. Очень это интересно. То есть, кто не знает об этом, можете забить в интернет, типа смотреть, кто такой Сергий Радонежский. Так. И вот, смотрите, здесь есть такой проход. У них вообще, знаете, очень модно делать такие вот наверху гирлянды, как подсветка. Вот она висит у них точно так же, как на Арбате. Вот, и мы идем дальше туда прямо. Там виднеется, вон, видите, далеко-далеко шпиль. Шпиль, наверное, первой какой-то церкви, либо храма, либо башни вот этого Кремля. Он старинный. Какие-то башни там 11 века, какие-то 15-го. Ну, то есть в разные времена это все строили. И сейчас уже это все как бы отреставрировано. И они должны быть все разные. Вот сейчас мы пойдем и посмотрим с девчонками. Вот мы пошли с девчонками, с Олесей и Светой. Вот они идут впереди, а я их снимаю сзади. Это наши девчонки, так, с которыми мы ездим по городам. Вот смотрите, как интересно. Я вот не знаю даже, как назвать. И не знаю, у меня какое может быть мнение, впечатление о городе. То есть где-то мне кажется не очень, где-то кажется очень хорошо. То есть я хочу сказать, что здесь очень много плюсов и минусов, и таких весомых, что одно другое не перевешивает. Я не знаю. У меня такое вот впечатление, что это не плохой город, не хороший. Я не знаю. Вот хоть что мне говорите. Так, здесь вот такие домики. Я не знаю, что это такое. Наверное, здесь днем какая-то продажа, может быть, сладкой ваты, может, мороженого, может быть, что-то еще, я не знаю, но они одинаковые, их несколько с правой стороны, вот смотрите, но они так все в одном стиле выдержаны, как бы, это тоже очень хорошо, мне это нравится. Тут вот клумбочки, смотрите, цветочки, сейчас покажу. Здесь какое-то старинное здание, очень красивое. Это старинное здание. Наверное, это какая-то достопримечательность, или, может быть, это культурное наследие города, которое охраняется государством. Ладно, здесь тоже клумбочки аккуратные. Здесь вот проход. Вот здесь все гуляют. Сейчас мы пойдем до конца и посмотрим, если вывезет у меня камера, если она не разрядится. Телефон у меня деревянный, сами знаете. Сейчас я вам ничего такого показать и смонтировать не могу. Вот все, что есть, я вам покажу. Так. Мы все-таки пошли туда, куда хотели пойти. Вот он далеко впереди. Вам не видно, конечно же. Люди здесь тоже гуляют. Это не Арбат, это намного такое приятнее место. Арбат, он маленький у них, узкий. Ну, Арбат в кавычках. Ну, как бы они это все ассоциируют с Москвой. А Москва — это уже совсем другое дело, да? Так. Если бы у меня была большая флешка, я бы вам
Ну, было бы много гигабайт, много места на флешке, я бы вам показал все остальное. Так, вот с этой стороны тоже какой-то там парк. Это все широкое, хорошее. Вот это мне очень нравится. После, например, Краснодара. Я живу год в Краснодаре. После этого это очень хорошее место. И по поводу ширины улиц, по поводу ширины тротуаров, город мне нравится. По поводу этого. Вот мы идем дальше. И сейчас я вам покажу. Самая первая, вот какая-то башня. Там колокол, колокольня. Вот я вот так покажу вам. Там колокольня находится. Вот справа написано музей-заповедник, Рязанский Кремль. Вот смотрите. Вот он. Рязанский Кремль написано. Вот. Видно вам? Нет. Вот, Рязанский Кремль. То есть здесь очень... Мы не обойдем сегодня вечером вот это все. И у меня даже не будет столько времени. Я не смогу вам это снять, у меня не получится. Потому что подводит у меня техника. Архангельский собор здесь есть. Консисторский корпус. Церковь Богоявления. Спасо-Преображенский собор. Гостиница «Знати». Так, гостиница «Черни». Вот смотрите, вот это «Знати», а вон там наверху «Черни». Такой барак двухэтажный. Церковь Святого Духа, дом для притча. Дворец Олега. Христорождественский собор, Успенский собор. Соборная колокольня, Глебовский мост. То есть музей открыт с 10 до 18 часов, выходной понедельник. Сейчас мы туда не попадем, очень жаль. И сейчас уже 9 час, а не 6. Пойдемте дальше. Жаль очень, очень-очень-очень жаль. Храм Илии Пророка, вот написано. Вот, храм Илии Пророка. И как бы стрелка сюда направо, вот он тут находится. Это мы подойдем, наверное, попозже, если у меня нормально будет... с зарядкой и со всем остальным. Я не знаю, как это все будет грузиться на YouTube. Ой, смотрите, какой вот он стоит, да? Вот такие как бы кирпичные парапеты или что. И вот там дальше, наверное, быстро вожу камеру. Там как набережная, что ли, я не знаю. Вот, смотрите, откуда мы пришли. Вот это такой коридорчик классный. Там продают картины. Вот, смотрите. Уже очень поздно и темно. Так, Глебовский мост это. Памятник истории, архитектуры федерального значения. Не знаю, какого он... А, все, вижу. 18 век. Вот, смотрите. Это Глебовский мост. Так, мы туда... выходим, вот смотрите, вот, вот такая кирпичная кладка, и с двух сторон так, я не покажу, я не смогу показать на телефоне, так, вот такой шпиль, наверху крест, интересно, вот смотрите, включили, ой, музыканты, справа, сейчас я вам это покажу, так, а вот тут как бы такие холмы, вот он, Илии Пророка. Там еще. Ой, очень много. Ребят, мы... То есть мы, конечно, пройдем это все, посмотрим, но на видео я снять не смогу. Это оборонительный вал 11 по 14 века. Вот написано там. Это оборонительный вал такой. Ой, это интересно. А вот там, вдалеке, зеленые крыши, тоже как, тоже что-то такое же. Не знаю. Мы дальше сейчас туда пойдем. Я вам потом расскажу. Ну, просто расскажу, не покажу.
Ой, как интересно. Вот это место мне очень нравится. Не важно то, что было до нас, не нужно думать нам ни о чем. Вот такая брусчатка. Вот, смотрите, ребята поют классно. И колонка большая. И микрофон у них хороший. Не то, что у кота на телефоне. Ну, здесь меня хотя бы слышно. Не так, как на моей той камере. Но, как бы, видео здесь плохое. Качество на том было лучше. Я так думаю, но ни то, ни другое нехорошо. Так, надо посмотреть, что с той... Вот, смотрите, как интересно. Это мы оттуда пришли, оно так заворачивает. То есть, вот так. Надо посмотреть, что там внизу, с этой стороны. Ой, смотрите, как высоко. Вот здесь вот пошли вот эти вот все храмы, церкви. А вот тут внизу, смотрите, какой, как бы, какие холмы, там дорога. И с этой стороны как? Ну, там можно спуститься, там тропинки протоптаны. Вам, может быть, не видно, но я вам рассказываю, верьте мне на слово. Очень много зелени и просто супер. Воздух чистый-причистый. Вот, смотрите. То есть вся эта лепнина и все композиции, вот эти вот, то есть вот эти вот исторические, они не повторяются. Тут их должно быть 8 штук, 8 вот этих вот церквей и храмов. 6 должны быть отдельно, а 2 где-то то ли вместе они, то ли они внутри, я не знаю. Ну, то есть... Я смотрела в интернете и уже не помню, это давно я уже смотрела, знаете, еще в Краснодаре, когда я просто смотрела, что в Рязани интересного посмотреть, ну, как бы, экскурсия, да. И вот такая штука классная. Там забор закрыт, а потому что уже поздно. Так, можно пойти, знаете, вот сюда, вот сюда направо. Сейчас я покажу. Так, там написано, что это. Надо посмотреть. Вот это самый первый, когда заходишь. Так, колокольня 1789 по 1840. Это колокольня. Вот написано. Вам не видно, я понимаю. Так. Здесь есть правила поведения. Но это как бы сюда приезжают туристы посмотреть это место. И не зря. Оно очень такое интересное. Мне очень нравится. Очень нравится это место. Классное, крутое. Так, вот справа. Вот смотрите, справа. Да, они, не пов... они все разные, представляете? Все-все разные. То есть вот, вот такой есть. Там дальше он продолжается. И здесь он, смотрите, как... сделано это все. Вот такая стена, очень высокая. Так, это кирпичная кладка, побелена белой звездкой. Там фонари вот такие. Оно, когда я подношу ближе, оно, короче, все просто сливается, отсвечивается. Но там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 фонарей таких. Ну, тоже каких-то несовременных. Вот, смотрите. Вот такой еще есть. Не знаю, это вот именно что. Ой, ребят, это надо время посмотреть. То есть у меня не профессиональный такой сейчас ролик, потому что я не готовился, я просто показываю вам, что это такое. Вот как это все выглядит. Вот смотрите. То есть вживую это очень красиво. На видео это, ну, может быть, и ничего интересного. Так, вот такое здание. Видите, как там? Вот, какой рельеф с той стороны. Там тоже колонны старинные. Тоже лепнина.
Нет, ну это очень классное здание. Всем надо здесь побывать, всем. А с этой стороны вот эта колокольня, она вот такая. Ну, как бы с другой стороны. Так, хорошо, что здесь горит свет, иначе бы я вообще вам ничего не показал. Давайте подойдем ближе и узнаем, что это за здание. Оно мне прям завораживает, очень нравится. Тоже кирпич. Старинное. Виньетки там, барокко стиль. Ну, туда подальше, если показать. Почему-то у меня телефон не увеличивает ничего. Так, это Успенский собор. Выдающийся памятник архитектуры 17 века. А где вот это вот, мне интересно, как вы думаете? И вообще, местные, расскажите, где находится то здание, которое с 11 века, самое-самое старинное, древнее. Ну, пока я тут нахожусь. Потому что через 2 дня мы уже поедем в другой город, мы поедем в Саратов. Да, ребят, мы поедем в Саратов посмотреть город. Я был там проездом в 18 году. Мы были просто на привокзальной площади. Так, здесь вот анонсы всех мероприятий, реклама. Ой, я вообще балдею от архитектуры. Мне это очень интересно. Так, это кафедральный музей. Вот смотрите какой. Он уже давно закрыт, и мы туда попасть не сможем. Как жалко. А дальше мы туда вообще пройти сможем? Нет? Ай, там еще что-то есть. Так, там указатель. Написано, что это такое. Очень хочу узнать. Так, это какой-то храм. Ну, это точно какой-то храм. Вот смотрите. Вот мы идем по дорожке, да, и мы окружены разными храмами разных веков. Как прикольно! Вообще! Во какой! Там вот лестница очень высокая. Вообще мне нравится вот это вот именно здание почему-то. Классное. Сзади нас тоже колокольня эта. Так, храм. Написано, храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Так, давайте посмотрим. Вот он, прямо. Вот смотрите, там какие вверху ворота, металлические. Класс. Вот они прям все-все-все в узорах таких. В мелких-мелких, я не знаю, видно вам или нет. Ой, вот это вот красота, да, это очень интересно. Но Рязани вот за это большой-большой плюс, то есть тут вот еще один плюс я вижу. Вот он плюс, понимаете? Я не знаю даже, что сказать про этот город. Классно, кайфовый такой. Так, сфотографироваться мне тут, наверное, не судьба, потому что фотография будет плохая, уже темно, но хотя бы я сниму вот такой ролик, такое видео вообще себе на память. Ну и тому, кто следит, моим друзьям, за моими путешествиями разными. Вот, смотрите, как интересно. Здесь еще какой-то проход, арка. Тут купол какой-то, зеленый, сверху крест. Вот с этой стороны, вот смотрите как. Блин. Со звездами купола. 2 там наверху. Так, здесь не знаю. Это Архангельский собор. Смотрите, Архангельский собор. Написано вот тут. Я не знаю, можно там пройти или нет. Думаю, можно. Здесь вот вверху мост. Смотрите, можно пройти туда, в ту сторону. Ой, как прикольно. Так, дальше пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Мои там сзади, не знаю, что делают. А я прохожу дальше. Ну, кот вечно. Непонятно где и непонятно как. Так, это вот музей. Кстати, здесь же тоже что-то было, какой-то храм. Здесь сделали музей, да. А тут мы проходим. Вот какой. А знаете, в темноте
Ой, извините, оступился, камера, наверное, тряслась очень сильно. Вот, смотрите, арка какая старинная. Наверху. Так, это Архангельский собор, это я уже говорил. Так, и вот здесь мы проходим, здесь дорожки. А знаете, мне наоборот нравится здесь как бы прогуливаться. Очень хорошо, что мы попали именно вечером. Здесь такая, как бы получается такая, вот смотрите, дорожка, здесь по краям цветочки. И вот тут такая подсветка синяя, вот такое здание еще. Вот, смотрите, трехэтажное. Ой, как интересно. То есть особый есть такой шарм в этом, в том, что мы попали сюда вечером. Это особое такое состояние, мне очень нравится. Днем было бы, наверное, и не так. Но днем я бы показала вам все. А вечером у меня не вывозит камера. Ну ладно. Так, кафетерий музея, туалет, территория Спасского монастыря. Так, направо. Территория Спасского монастыря. Так, дворец Олега. Это дворец Олега. Вот смотрите. Дворец Олега. Вот такой. Тут тоже какие-то туристы забрели ночью. Точно туристы не местные. Местные, наверное, знают это все место. Вот он такой большой-большой, вот этот дворец Олега. И там вот эта вот арка, и сверху мостик, и сюда проходит. Это вот все относится к Олегу. А вон там дальше золотые купола, что-то еще другое. Что здесь было, я не знаю. Там надо искать все, смотреть. Я просто быстро-быстро прохожу, знаете, для чего? Для того, чтобы нормально все это видео загрузилось. И показать вам, и вообще, чтобы не осталась память. Вот. Проходим туда дальше, можно завернуть. Сейчас я тут заблужусь, конечно. Меня будут все искать. Может быть. Так, здесь тоже да, тропинка, можно пройти туда дальше. Вот. Что там было, не знаю, это далеко. Не знаю, наверное, нужно уже идти обратно. То есть вот сколько я смог вам код показать, с удовольствием вам показал. А теперь...